Вчера позвонил вечером президент Путин, проинформировал меня, что происходит в районе Чернобыльской станции. Но мы и сами видим, и их данные совпадают с нашими. Прекращена подача электроэнергии на Чернобыльскую станцию. Вы же прекрасно понимаете, что сама станция производит электроэнергии, но и потребляет для того, чтобы работать, немало электроэнергии. Да, там остановлена Чернобыльская станция, там хранилище ядерных отходов. И для процесса нужна холодная вода, как минимум для охлаждения. А это электричество. Электричества нет. Задействованы резервные мощности. Министру энергетики поручено немедленно подать туда электроэнергию. У нас линия электропередач советских времен есть, она законсервирована. Ее надо немедленно восстановить. Ну и там же по временной схеме придется, наверное, подстанции Чернобыльской электростанции подавать это электричество, чтобы в штатном режиме обеспечить безопасность Чернобыльской станции. Потому что аварийные системы могут работать, но это аварийные, а если отключится? Поэтому надо предусмотреть все варианты. Еще раз повторяю, и военным, и пограничникам проконтролируйте действия этих наемников. Мы не знаем, чего они идут в сторону Чернобыльской станции.